Под занавес 2023 года глава государства подписал указ о признании снежного барса национальным символом Кыргызской республики. Подписанию документа предшествовали тревожные цифры о сокращении количества краснокнижных величественных животных. Агылбирс Кыргызстандын табигый жана маданий байлыгынын символу гана эмес. Снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы. Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса, что окажет пагубное воздействие на различные виды животных и человека. На Всемирном форуме по сохранению снежного барса при поддержке представителей 12 стран ареала снежного барса и международного сообщества в сфере окружающей среды единогласно принята Бишкекская декларация по защите снежного барса и одобрена комплексная глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем. По информации экологов, за последние годы количество уникальных горных животных сократилось повсеместно. В наши дни в Кыргызстане предположительно осталось порядка 400 особей редких краснокнижных животных. Снежный барс, являясь хищником, он стоит на верхушке пищевой цепочки. Если убрать оттуда основной хищник, да, то это окажет влияние на состояние, на здоровье популяции диких копытных. А от состояния горных диких копытных, от популяции, зависит состояние горных пастбищ. Те же пастбища, они влияют на состояние даже ледников. Вот по этой цепочке, если взять, то небольшое изменение в высокогорной уязвимой экосистеме повлияет на нашу жизнь. Мы же оттуда получаем чистую воду. По рассказам активистов, самым главным врагом снежного барса является человек. Чтобы не допустить исчезновения снежного барса на территории нашей страны и вместе с тем нарушения экосистемы, мы создали реабилитационный центр «Ильбирс» для спасения раненых животных и антибраконьерская группа «Барс». Конкретного количества снежных барсов в Кыргызстане нет, учет еще ведется. Но за последние годы эта цифра увеличилась. Еще одним из факторов, повлиявших на увеличение популяции, стало повышение штрафа за отстрел снежного барса. Эта сумма сегодня составляет 1,5 миллиона сомов. Но важно понимать, что необходимо не только вести борьбу с браконьерством, но и повышать экологическое мышление граждан. Наша страна на международной арене остается активным проводником горных стран для решения проблем устойчивого развития и влияния климата. Центральноазиатские страны уже задумались. В одиночку страны не могут достичь тех, которые намечаемых прогрессов в этом. Потому что в сентябре, например, два раза Китай прошел форум по экологии, по охране окружающей среды, изменению климата. И каждая страна уже задумалась. Так дальше продолжаться не может. Согласно указу главы государства, Кабинету министров поручено принять меры по защите численности популяции снежного барса и его экосистемы, популяризации национального символа, разработать логотип. Усен Кульбаев, Туркамиль Асанов, АЛАТО 24.